1800 литров нефтепродуктов собрали этой осенью с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. Проблеме нефтяных пятен уже много лет. Как правило, гневные посты в соцсетях от нижегородцев появляются с первыми протальными на Волге по весне. Так, в апреле 2016 года официально источником загрязнения назвали закрытую Соромскую нефтебазу. Специалисты Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций на протяжении 3 месяцев проводят работы по ликвидации нефтепродуктов. До этого специалисты отбирали пробы. При ликвидации последствия используют технологию, благодаря которой экологическая нагрузка на Волгу уменьшается. Работы ведутся несколько лет за счет средств областного правительства. Ежедневно собирается от 30 до 40 литров водонефтяной эмульсии, и потом передается, накапливаем в накопители, передаем специализированной организации на утилизацию. Я думаю, что данная работа должны быть продолжены и до конца этого года, и в следующем году. Надеемся, что эта деятельность будет и дальше продолжаться.